В школе я познакомилась с людьми, которые сказали мне, что у меня действительно есть талант. Но так как я этим не занималась совершенно никак и сорвала голос на стадионах, крича кричалки, ну, мне нужно сейчас работать над этим, если я хочу этим заниматься. Но с чего начать, Настя не знает, и мы решили ей немного помочь. Как раз сейчас в Питере с гастролями Стас Пьеха. Будем знакомить. Я не знаю, кто только Стас Пьеха. А вот Стас знает, кто такая Настя. Проект «Пацанки» смотрел и лично встречает нашу героиню. Что, ты хочешь петь? Хотелось бы, да. Вот в таких залах больших хочешь петь? Или можно поменьше начать? Это пока что в мечтах, конечно же. Начнем сначала работать, а дальше как пойдет. Настя думала, он просто послушает ее в своей гримерной. Но пока шли за кулисы, Стас решил, Насте нужно что-то более существенное. Пойдемте. В смысле? Блин, вот. Я-то куда? Куда вам? Продюсер Осип Пригожин. Вот, да. На одну секунду, да. О, господи. Здравствуйте. Буквально секунду, я просто хотел сказать, что помимо... А сегодня суббота у нас. Валерия уже большая звезда, а вот у нас молодая девушка, да, только начинает петь. Вот замечательный продюсер есть. Пытается, старается, что-то делает. Господи, боже мой, что случилось? С новым проектом. Рассматриваете новый проект? Да. Да, это реалити-шоу, да, на пятницу. Самый популярный реалити-шоу. Проказница. Так, вот еще один продюсер. Я считаю, что ты грустишь, вы должны петь. Пригожин. Хорошо, я согласен. Грустный. Нет, а мы можем еще часики с вами спеть. Часики? Часики, а? Чосики. Мальчиком своим ты меня назовешь. Назовет. Боже. Ну вот, как вариант, мы уже немножко попробовали сцену, да. А у вас есть? А что, а я тоже хочу. О, нет, давай сначала девушки. Ну, раз ты уже собирался, я возьму тогда такую. Все. Спасибо. Видишь, немножко дух сцены почувствовали. Главных людей узрели. Сейчас будет вкус сцены и пойдем в гримерку. Все. Ошарашенная и с конфетами от Пригожина, Настя пошла дальше в гримерку. И все-таки спела. Свеча, не плачь, прошу, не плачь, ты видишь, я держусь, пусть лгут в глаза не в первый раз, теперь я не сломлюсь. Уж красиво очень и чистенько, все понравилось восточная мелизматика твоя. Ты немножко волновалась, поэтому ты давление в голос не давала, а может, потому что музыки не было, и ты боялась как бы громче быть, чем децибелы этой комнаты. Ну вот, в силу волнения это нормально, да. Конфетка твоя прям, забирай. Так что тебе удачи, не знаю, если чем-то можем быть полезны, в дальнейшем обращайся. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо огромное, да. Очень приятно. Удачи тебе.